Что говоришь? У меня дар природы. Ксюша, помолчи. Привет, мы работаем, у нас все хорошо. Сегодня 17 декабря. Погода просто отличная. Я просто настолько счастлив. Я, ребят, это просто супер. Вы посмотрите. Это декабрь, как так может быть? И настроение-то всегда улучшается. И сразу хочется делать какие-то вещи хорошие. Что-то хочется придумывать новое. Настроение-то появляется. Эх. Как-то так. Спизди еще что-нибудь. Спизди. Спиздеть я могу много, но лучше это смотреть своими глазами. Поэтому приезжайте к нам. Это будет как официальное приглашение. Лучше вы к нам на Колыму. Вы к нам на Колыму. Не, на Колыму, извините, как-то не в этой жизни, короче. Мне тут хорошо.